обаятельная второгодница, одна из подопечных реабилитационного центра для ластоногих в Репино, балтийская нерпа Ингер, проведет с людьми еще целый год. Малышку нашли 21 апреля в поселке Кандикюли Ломоносовского района области в очень тяжелом состоянии. У нее была сломана челюсть, поврежден глаз, множество ран на теле. Специалисты центра несколько месяцев выхаживали нерпу, но до наступления холодов Ингер не сможет выздороветь полностью, а значит и вернуться в дикую природу. Малышка даже перенесла операцию, и впереди у нее еще месяц лечения. Нам удалось стабилизировать ее состояние, удалось, в общем-то, справиться с этими гнойными обширными процессами, с высокой температурой. Сейчас состояние животного стабильное. Ну, единственное, что после проведенной операции немножко изменилось строение, в общем-то, кожных покровов. Кроме того, у Ингера еще не срослась челюсть и не до конца зажил глаз. Специалисты реабилитационного центра даже учат свою маленькую пациентку выполнять медицинские команды, чтобы перевязки ран проходили быстрее. Сейчас Ингер уже может играть в воде, правда, пока не так долго, как ей бы хотелось. Пока Ингер идет на поправку, ее соседи, другие кольчатые нерпы, готовятся к выписке. Вчерашние малыши весят около 20 килограммов. Так что в ближайшие недели в Ладожское озеро вернутся 6 или даже 7 ластоногих. Их планируют выпустить в районе Валаамского архипелага.